Ирина Понаровская была на седьмом небе от счастья, когда в 31 год первый и единственный раз стала мамой. Теперь парень вырос, обзавелся семьей и радует поклонников необычной красотой. Певица родила Энтони от африканского певца и музыканта Вейланда Рода-младшего. Увы, с родным папой он не общается. Артистка натерпелась от выхода к супругу и спустя 7 лет развелась. Наследнику уже почти 40 лет. Долгое время он жил в Норвегии, изредка приезжая к матери в Москву. После школы Род увлекся ювелирным делом и стал художником в этой сфере. Он женился на россиянке Анне Чайниковой и сегодня воспитывает двоих детей – сына Эрика и дочку Шарлотту. Энтони мало похож на звездную маму. Папины гены все-таки взяли верх. Он вырос красавцем со смуглой кожей и лучезарной улыбкой. Как и родительница, он любит менять свою внешность. Еще недавно он носил темные дреды, а теперь щеголяет с коротким ежиком белых волос.